условия какие? Значит, сейчас вот есть разложен задание. Вот. Я раздам изначально каждой команде по заданию. Дам зашифровано место следующей, где находится следующая записка. Тоже с заданием. Если не получается у вас, то есть не догадываетесь, что там, какое место зашифровано. Разброс это кошки, грузная. Вот это место. Грузная задействована только два вот этих населенных пункта. 10 мест, 10 заданий. Сейчас первое задание мы вам выдадим каждой команде. У вас вот 4 команды, надо по цветовой гамме будет вас разделить, потому что у каждой команды свой цвет. Листочки чужой команды трогать ни в коем случае нельзя, перепрятывать и забирать тоже, это запрещено. Это сразу минус 5 баллов. По темным улицам летит ночной дозор. Посмотрите по сторонам. Короче, смотри. А что, тут вот море? Резкий поворот, Косогор. То есть гора, поворот. Где? Вот тут может быть, вот у тещи нет. Фашки не стоит, он что-то припынет. У нас лево поворот. Что там до конца? Давай дочитаем. Да песню, осторожный шофер. Как-нибудь догонит последние мили. Твой надежный друг и товарищ мотор. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть. Резкий поворот. Бумажные ездили, развешивали. Обращай внимание, если что позволишь, ладно? Ну же да нет ничего, короче. Деньги все. Один балл минус. Подсказка, листовка 5 баллов. Я тебе говорю, не гоняй. Надо, потихоньку. Подожди. Человек и кошка плачут у окошка. Когда я на почту служил янчаком, для молод был, имел я силенку. И крепко же браться в селенье одном, любил я тихмурую девчонку. Ага, все, спасибо, давай. Значит, вы рядом где-то, может, здесь нет ничего. Что, сказать, тут нету? Да. Не, а может, пошли тут вот тут. Вот, дорогие друзья, подсказки для других команд, а нашей нету. Как и всегда. Да. Дошел? Отлично. Бля, все находишь. Это было здорово. Теперь следующее мероприятие будет скоро. Лёх, скажи, без комментариев. По темным улицам.